Содержать диких животных дома теперь будет разрешено. Департамент природопользования Москвы разработал законопроект, который позволит жителям столицы заводить в квартире экзотических зверей. Тем, кто жаждет соседствовать в одной комнате с крокодилом или львом, теперь нужно пройти несколько инстанций. Для начала требуется получить письменное разрешение от соседей, зарегистрировать животное, а потом пройти спецкомиссию. Хозяин должен обеспечить все необходимые условия для содержания своего необычного питомца. Например, квартира должна быть большая, чтобы зверю хватило места. По словам одного из авторов законопроекта, руководителя департамента природопользования, необходимость изменений назрела давно. На протяжении 6 лет занимаемся борьбой, в том числе с незаконным оборотом диких животных, находящихся на грани исчезновения. Мы четко видим, что у москвичей есть спрос на экзотических животных, что все чаще и чаще эти животные, скажем так, попадают в беду и в поле нашего зрения. Назрела необходимость принимать такой закон, устанавливать правила игры, защищать животных от человека и человека от животных.